Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о клевете. Еще несколько признаков заведомой лжи, от которой нам с вами стоило бы воздержаться, или, по крайней мере, быть весьма аккуратными. Еще одно очень важное свойство лжи в том, что бывает информация, в которой много двусмысленного, много намеков, много подразумевающихся вещей, не таких прямых указаний, а подразумевающихся вещей. Своего рода это даже лукавство. Или же, когда вы получаете какую-то информацию, и она не просто двусмысленна, а она является информацией, на которую несколько людей смотрят с разных точек зрения. Если вы столкнулись с такой информацией, с такого рода информацией, не торопитесь распространять ее, потому что, скорее всего, вы окажетесь клеветником. Еще один вид заведомой лжи – это однобокая информация. Допустим, к вам кто-то пришел и рассказывает негативные вещи о каком-то вашем знакомом или, может быть, незнакомом человеке, и вы слышите только одну точку зрения. Вы не слышите оппонента, вы не пытаетесь узнать, а было ли это на самом деле, допустим, авторитет человека, который вам рассказал эту информацию, дал вам ее достаточно высок. Но даже в этом случае я хотел бы напомнить вам, что даже люди, которые занимают достаточно высокое положение, способны быть злыми и даже лгать. Если вы имеете однобокую информацию, информацию только из одного источника, либо пойдите и узнайте вторую точку зрения, либо молчите, потому что, скорее всего, вы окажетесь клеветником. Еще одна черта лжи, которую используют дух клеветы, это когда информация не проверена. Либо она вызывает у вас некое доверие. Знаете, очень часто это происходит тогда, когда вам рассказывают негатив о ваших врагах, о людях, которые вам не симпатичны, о людях, которые не вызывают у вас сочувствия или обидели вас. Когда приходят и говорят что-то негативное о ваших врагах, вы с радостью можете принять это. Но я прошу вас, проверяйте эту информацию. Возможно, кто-то просто играет на вашем раненом сердце. Возможно, кто-то злоупотребляет вашим доверием. Проверьте. В любом случае, это не окажется лишним. Потому что, если вы воздержитесь от передачи этой информации и предварительно ее проверите, вы, скорее всего, не окажетесь тем, кого использует дух клеветы.